Покажи рюкзачок, наверни. Вот, рюкзачок. Все посмотрели, прекрасно. Сейчас играем в игру. Любишь, ты любишь, верим ты. Все мы были маленькие, правильно? Вот. Этот фан тоже специально для Толика в день рождения. Но при одном условии. Это шапка. Дело в том, что Толик, сегодня у тебя день рождения, а у меня день рождения. Если ты не оденешь эту шапку одену я. Прекрасно. Итак, вот это тебе первый подарок. Только при условии, что ты оденешь ее. Прекрасно. Аплодисменты. Аплодисменты. Придурок, блин. Прекрасно. Шапку можешь оставить. Да, пошли море, дальше. Некрасиво, одень. Я понимаю. Одень, друзья, скандируют. Друзья, скандируют. Толик, нормально, Толик, одень. С днем рождения, Толик, смотри. Кто бы сомневался, что это не одета. Челси, Челси, бригада. Футболка для тебя. Футболку вымодевать? Девочки, вообще, я не могу уговорить Толика, только девочки могут. Приложи! Одень кепку! Приложи! Одень кепку и приложи футболку! Да. Глеб, делай фотографию хотя бы. Вот видишь? Прекрасно. Это еще не все. Не раздевайся. Сейчас, если принесли, значит будет. Нет, какая-то заморочка для айфона. У тебя айфон? Тоже Челси. Фотография. Тут мне рассказали одну страшную тайну. Оказывается, Челси иногда проигрывает. Бывает такое? Да. И что делают болельщики Челси, когда команда проигрывает? Ругаются, бьются головой об стену, мне рассказывали. Кричат на своих жен. Друзья, тебе советуют, когда Челси, может быть, но не бывает таких команд, которые проигрывают. Вот, вот тебе уточки, просто набери водички и релаксуй. Пускай себе, вот. Глеб, открой! Поехали! И вот, и начинай играться. Это лучше, чем головой. Сейчас уточки должны набрать водички, чтобы они стояли. О, стояли, это хорошо. А люди, еще у тебя есть такие друзья, это не те уточки, что ты знаешь, лучше журавль в небе, чем утка под кроватью. Нет, это не эти уточки. Есть еще один подарок для тебя, говорят, что в твои годы, в наши годы с собой, память у нас почему-то становится хуже. Это неправда, друзья. Но этот подарок всегда кстати, потому как его можно всегда будет показать тем друзьям, которые придут в гости к Толику. Итак. Специально для тебя коллаж фотографий. Верни, сделай фотографию. Сделаны друзьями для тебя в день рождения. Happy birthday, Толи! Прекрасно. Друзья, можем налить и выпить за здоровье нашего именинника Толика. Это кулечек.